Привет, дорогие токёна! У меня сейчас ребёнке 9 недель. Я посмотрела недавно в Инстаграме, что есть тестеры, которые можно узнать пол ребёнка. Да, это только в Америке продаётся, в Корее не продаётся. Стоит где-то $30. Обычно пол ребёнка можно узнать где-то на 16 недель. Но для приколя... Вот посылка. Давайте тогда посмотрим, откроем. Я думаю, я чувствовала, что дочка, а Юн постоянно говорит, что я думаю, будет син. 냉정하게? 아들. 아들. 요거는? 난 딸. Моя мама тоже говорит, что она думает, она чувствует, что это будет син. Ну, неважно какой пол, будем любить очень сильно. Говорят, что с этим тестером можно узнать пол ребенка с 5 недели. Представляете? О, вот такая штука. Та-да-да-да. Вот это так выглядит. What's my baby? А если красный показывает, то девочка. А если синий, то син. Но я даже не знала, такое существует. Ну, говоря в Америке, чуть-чуть разбитая. Для приколя мы тоже будем делать. И давайте откроем. Кто будет правильно угадать? Дочка и сын. Мои подружки все беременные сейчас, но большинство, кроме одной подружки, все сын. Поэтому они тоже ждут, что у меня будет дочка. Говорят, что это не 100% правильно, но интересно. Откроем. О, это просто как выглядит. Тестер беременности. А, отсюда надо брать. Делаем тест. О, боже мой! Показывай! Посмотрите! А, дорогие, как вы видите, у меня синий цвет, то есть син. Давайте тогда посмотрим результат, когда будет 16 недель. Да, Юн правильно угадал. А ты что, чана? Его ему кажется, паразит на угоня. Юн там так стоит. О, его паразит подивился, кронгорагу, чего? Скажите, пожалуйста, как вы думаете, все равно будет син или точка? Но прошло где-то, и вот так полностью синим стал. Я посмотрела, у других многие показывали девочка, еще мальчик есть, но почти все правильно было. Интересно, скоро узнаем.